У нас новые изменения. Мы съезжаем с нашего замечательного офиса. Ребят, у нас сегодня уникальная возможность увидеть реакцию клиента, когда он первый раз видит свой Джота. Сейчас мы будем презентовать Джота 16. Я пошел за клиентом. Глазенки закрывай, я тебя проведу, давай. Да, вот так вот. Так, идем. Давай, бодрее. Так. Вот так вот встаем. Ну, открывай. Даже нет. Блин, ребят, я ждал этого, наверное, года два. Как только ребята начали выпускать первый джот, я сразу понял, что один из моих джотов будет со мной. Я своего близкого друга, товарища обхаживал, наверное, месяцев 9-10, чтобы он мне свой верот продал. Я его купил в конце того года, в январе отдал ребятам, и вот. Поздравляю, дядь, добро пожаловать в клуб. Спасибо большое. А вы молодцы, ребят. Спасибо, стараемся. Ну давай уже, прикоснись к нему. Цвет. Слушай, цвет пушка, он на самом деле настолько от цвета зависит, он в темном реально прям очень темный, а когда светло, он прям грани отдает, очень круто. Ну давай, присаживайся. Так выглядят счастливые люди, друзья. Ну что, пацаны, кто там за управляемость топит? Вот как вам 23 на 160 спереди, а? Бескомпромиссненько. Так что заводите в стиды и не жужжите. Ну что, друзья, вы так долго этого ждали? Вы знаете, что это? Да-да, это именно оно. Это именно оно. Сейчас все будет. О май fucking goodness! Yeah, baby! Ой, цензура? Давай, отец, разворачивай. Красоту. Кто это тут показался? Красавчик. Мисс Кузи. Ну что, тип того, друзья. Надо это, конечно, все нормально растянуть. Нормально на саморез прикрепить. Но уже ярко. Красота. Теперь заходишь, и глаз будет радоваться. А это я раньше... Почему я злой был? Потому что велосипеда у меня не было. Покупай, торопись. А теперь, может быть, даже зверушку себе какую-нибудь заведу. Роман. Пастас. Не Сикстинская капелла, конечно, но для российского гаража сойдете. Для российского кастомайзинга. Да. Если в течение полугода Box 39 не переезжал, либо что-то не переставлял, либо куда-либо не перемещался, либо не отгружал и не пригружал станки, значит, это не Box 39, друзья. У нас новые изменения. Мы съезжаем с нашего замечательного офиса и передвигаемся с вами обратно вот туда, в офисную часть, где мы были раньше. Вот, и здесь у нас будет с вами склад готовой продукции. Мы сейчас очень сильно нуждаемся в квадратных метрах для складирования, поэтому здесь будет вот так вот все организовано. Ну а куда же девается Абомет? Абомет приезжает теперь в другой офис, они будут совсем в другом месте, и все помещение перейдет к нам. Но есть одно но. В принципе, мы в этом помещении до первого квартала 2022 года, друзья, потому что все это нафиг сносят, и на этом месте будут замечательные дома, где вы будете жить. А нам придется за этот год найти
себе новое логово, так что если у вас есть какая-нибудь земля за МКАДом, либо рядом с МКАДом, либо вообще в Москве, либо у вас есть классное помещение, где Бокс 39 мог бы замечательно провести очень долгое время, пишите, с удовольствием рассмотрим любые варианты, а так потихонечку занимаемся поисками. И, конечно, мечта построить свое помещение, сделать свой бокс, то, как я очень давно мечтал, то, как мне снилось в 2011 году, с белыми полами, все белое, все красивое, много стекла, короче, полный люкс. Но это пока только мечты. В общем, пока мы так по времянке разместились, дальше ребята со своей мебелью со всей съедут, и мы здесь уже сделаем нормальное пространство, и переговорочку задействуем тоже как кабинет, так что будет прям все. Все по красоте. Часть помещений также уйдет под склад, потому что со складским пространством полная беда. Играет музычка, катаются мотоциклы. Майские празднички, кто-то работает, кто-то нет, дело добровольное, да, Стасик? Кто-то работает вдвойне, кто-то работает за всех, например, Стас Михайлов, работает за Игоря, и пою, за Стаса, танцую, и за того парня, и оперирую. Да, у нас тут много готовых джойтиков, я вам сегодня презентую парочку, а пока пойдем посмотрим, что у нас там наверху получилось. Вот такой вот здесь теперь замес. Оп. Яка красота. Чувствуете, как нерационально расходуют пространство наши ребятишки? Ну так красивенько что. Теперь хоть учет нормально можно вести. Тут у нас маятничек готовится стать звездой. Кстати, колесики на X-Diavel отрисовали до конца. Сейчас вот уже тоже на днях поставим в работу. Друзья, вообще столько планов, столько желаний, но все какая-то рутина не дает вздохнуть, и очень много висяков у нас, которые тянут назад, не дают сделать шаг вперед, поэтому в постоянной реорганизации, постоянно все вот это вот надо куда-то же нам все, понимаете, к звездам. Короче, много будет, я думаю, интересного этим летом. Должны мы все-таки выдать какой-то классный продукт на Дукате. Слушайте, ребят, ну прям даже не успеваю вам обзорчик полноценный сделать. Вот стоит уже мотовоз, и все, уже забирают Джиотто 13 потрясающим зеленым. Альпина Грин, это BMW-шный цвет. На пельмешечках, на всем жиру. С черным покрашенным окрапом. Но сюда, скорее всего, в итоге встанет наш новый выхлоп. Такое классное здесь перфорированное сиденье. Ну, в общем, сок, как всегда. Кататься да радоваться жизни. Под самый дурацкий звук станка, который только можно придумать. У нас прямо супер бложек, два счастливых клиента в одном бложике. А какой у тебя рост? 196. Вот смотрите, друзья, как с ростом 196 смотрится человек. Видите, длинные подножки удлиненные. Ну что, бескомпромиссные мои, пошли посмотрим, как дела. У нас тут небольшие траблы со станком. Вот здесь как раз
прикольно на фоне разобранного станка логотип Хаса вот там вот на стене. Классно смотрится. Чуть-чуть у нас поехала Z-ось. Сейчас ребята восстанавливают. Зато можно заценить, какой здоровый станок. В принципе, однокомнатная квартирка небольшая. Ты на кухню пошел, да? Так, мы сегодня с вами займемся Ducati. Надо сделать предсборочку. У нас готова опора. У нас готова опора подшипника. Единственное, у нас с вами еще нет уж самого шкива, чтобы это все собрать. Но предварительно мы с вами сейчас накидаем, выставим рычаг, поставим маятник и хотя бы какие-то аспекты, но сможем зацепить. Отличие X-а от Diavelo — это как раз вот этот вот расширительный, крепление под расширительный бачок амортизатора. Здесь вот оно в стоке пластиковое. Я вот думаю о том, что надо бы сделать его красивым алюминиевым. Алюминия-то не переработанного в стране еще много, его же надо в стружку как-то уводить, правильно? Че он будет валяться? Так, интересно. Здорово инженера работают. Болты-то не те. Так. Короче, надо вот эту штуку делать, алюминиевую. Свою? Ну, мне кажется, да. Она такая немножко слегонца страшноватая. Вот так вот все четенько. И вот здесь у нас вход как раз для вот этих вот проводов. Они проходят и как в стоке ныряют под крылом, потом здесь поворачивают и будут сюда. Красота! Ну, вот это надо, конечно, на пафосе призернуть. Чтобы все как надо. Куча алюминия. Вот из такой заготовки огромной. А то не. Ну абсурд же, правильно? Оптимизированная дешевая пластиковая деталь. Ну вы что, смеетесь? Нет. Не наш путь. Все, мои хорошие, в общем, на следующей неделе уже, наверное, увидим его на заднем колесе как минимум. Так что всех обнял, приподнял, а вы отжали себе, отписали. Все как обычно, ничего не меняется.